Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба визуальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В феврале 2018 года мы начинаем новый вязальный марафон, который будет посвящен вязанию платья. На самом деле мы марафоны проводим регулярно, раз в месяц. Ближайший марафон условно назван платье-реглан. Хотя на самом деле, как обычно, марафон, как и всякий марафон из разряда детские игры для взрослых девочек, он будет иметь некоторые нюансы, которые сделают это платье необычным и креативным. Именно этим отличаются наши марафоны от того, что мы вяжем для себя, для продажи. Марафоны направлены на то, чтобы развивать креатив. Поэтому, если вы испытываете трудности в креативе, если вы не знаете, что можно такое придумать оригинальное на пустом месте, приходите в наш марафон, и мы вместе с вами создадим необычное платье. Вязать мы будем на куклу, потому что не всем нравится большой расход пряжи, когда ты не знаешь, что у тебя получится. А на самом деле, вы узнаете, что получится только на пятом задании, когда мы будем производить сборку. Именно тогда и проявятся все секреты этого платья. Напомню, что, как всякий марафон, наш марафон имеет спонсора, это магазин пряжи в Санкт-Петербурге, и спонсор предоставляет нам пряжу, с которой мы будем вязать. Во-вторых, спонсор предоставляет нам приз для победителя марафона, который будет определен по итогам голосования среди всех тех, кто дошел до конца. Правила марафона вы можете узнать на ссылочке в нашей группе ВКонтакте. Для тех, кто не готов принимать участие бесплатно, точнее, для тех, кто не готов присылать отчеты, а это условие бесплатного участия в марафоне, существует тарифы на платное участие. Это бесплатный вариант, но обязательно сдача отчетов. Запись не предоставляется, если вы не уложились в отведенный для сдачи отчета срок, вы следующее задание уже не получаете. Второй вариант – это без отчетов и без записи. Вы можете смотреть, вы можете вязать, вы можете конспектировать, все остальное. Как только мы переходим на следующее задание, доступ к этому уроку закрывается. Стоимость этого тарифа 300 рублей. И третий вариант – это без отчетов, но запись предоставляется. То есть вы можете смотреть, можете вязать, не вязать. По окончании запись будет вам выслана. Стоимость этого тарифа 500 рублей. Если вы хотите присоединиться к нашему марафону, пожалуйста, присылайте свою заявку на нашу почту post@izbavizualnoy.ru. Или оплачивайте тот тариф, который вам удобен. Почта всех участников марафона должна быть только с Google. Подписать я в рассылку вас могу на любую почту, но задания высылаются только на почту, которая кончается gmail.com. Марафон будет творческим, со множеством наворотов ноу-хау, которые вас удивят своим результатом. Напомню, что платье мы вяжем креативное. Если вы сторонник прямых-прямых балахонов, на которых все заткано с помощью жаккардовой каретки, то этот марафон будет не для вас, потому что мы в марафоне отрабатываем ручные декировки, ручные прокладки, ручные резинки и все остальное. Ну, так как мы это все делаем на куклу, то это не столько много времени занимает, но зато вы получаете огромное удовольствие от того, что вы создаете необычное, нестандартное изделие, и оно получается у вас очень быстро. Итогом тем, кто присылает отчет, отчеты участники будут выкладывать самостоятельно в фотоальбомы, которые уже для них приготовлены. По итогам тот, кто доходит до конца марафона и выкладывает окончательный отчет в шестой альбом, получит выкройку платья и описание, как его связать на себя. Еще раз приглашаю вас в наш марафон. Присоединяйтесь. После того, как марафон начнется, бесплатно присоединиться к нему будет уже нельзя. Все ссылочки находятся под этим видео. Можете найти группу марафона ВКонтакте, которая называется «Платье реглан» и имеет вот такую заставку. Ну, а мы вот-вот уже начнем. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.